На приеме у главы Анапы Вера Золотухина и Надежда Баскакова. Они представляют интересы жителей 23 домов на улице Норильской в хуторе Чукон. Мы практически постоянно там живем где-то с 95 года. Улицы это построены, дома были Норильским комбинатом для своих пенсионеров. Скважину построили как временную. Как рабочую. Как рабочую. Соответственно, никакие технологии по тем временам там не соблюдались. Место жительства стало постоянным, отсутствие коммуникаций вылилось в большую проблему. По такому сценарию сдавали не только дома в Чиконе. Обязательства по вводу в эксплуатацию были подписаны при наличии использования автономных водоисточников. Я разбирался недавно по Гастагаевской, по канализации, точно так же, только не Норильский никель, а кто там построил? Тюмень. Канализацию кинули и забыли, что надо очистные. А люди подписали все, когда вводили в эксплуатацию, что мы будем использовать локальные очистные сооружения. Точно так же, как и вы. Я гарантию даю, что так же будет. Но искать виноватых спустя 20 с лишним лет – дело безрезультатное. Людям сегодня нужна вода. Сергей Павлович объясняет. Необходимо получить технические возможности, а для этого провести разведку и утвердить запасы артезианских вод. Поручения получат соответствующие службы администрации.